Всем привет! Сегодня мы едем в Старые Петрівці. Это село в Киевской области, недалеко от Вышгорода. Дело в том, что там не так давно открыли новую амбулаторию. То есть с нуля построили. Там амбулатория была старая, еще 1978 года постройки и абсолютно не приспособленная для нужд нормального современного человека. Не было даже туалета внутри, то есть, ну, по сельской традиции, вот, пожалуйста, вам туалет на улице. Вот сейчас построили новую современную амбулаторию, нам интересно на нее посмотреть. Мартуся едет смотреть сельскую амбулаторию. Вот мы подъезжаем к амбулатории. В среднем украинцы живут 71 год, а в селе еще на 2-3 года меньше. Это при том, что в ЕС средняя продолжительность жизни 81 год. Почему у нас все так плачевно? Сказывается низкий уровень медицины. Но за медицину взялись. В Украине наконец-то проводят медреформу. Многие ее критикуют, а тем временем в рамках президентской программы «Доступная медицина» строят современные сельские амбулатории. Уже ввели в эксплуатацию 25 объектов. И это один из них. В данный момент 386 амбулаторий строят с нуля. В целом же на первом этапе их появится 517. Внешне все очень презентабельно. Заглянем внутрь. Мы приехали в амбулаторию Старых Петрівців ближе к концу рабочего дня, поэтому пациентов не застали. Ресепшн на вид вполне современный, но с советской начинкой. А чем вы нас занимаете? Не, ну должны же какие-то дозы у нас внимания. Державная установа, я же не знаю, куда пойдет ваше видео. Остальной персонал оказался более приветливым и все нам показал и рассказал. Просто посмотрим. Добрый день. Угу. Мы почули про вашу амбулаторию, что у вас нова, гарна. Подивіться, дуже гарно. Да. А телемедицина, як у вас працює? Буде працювати, це кабінет телемедицини буде. Ага. В туалет зайти не страшно. Да их тут два даже. С туалетной бумагой, бумажными полотенцами и мылом. А анализы тут сдають? А ось лаборатория тобі. А всі аналізи чи? Да. Да? Все, зразу скинь аналіз. Класно. А де нестаціонар? Це за державні кошти. Це все за державні кошти. Гарно. От проходите. Ага. Ой, вам надали одразу обладнання? Ну а як? Все привезли, це дійсно все. Не старе, вже ні, все новеньке. Це немає. Дорослі такі, школьники. А так як у вас, то добре. Ага, кабінет здорової дитини. А як взагалі вам оця медреформа? Взагалі як ви ставитесь? Я позитивно ставлюся. Я скажу, по-перше, що якщо лікар має багато пацієнтів, то це він і вирішить. Заключив договор, значить ідуть і гроші на обслуговування і все. Так що я за. Зрівнялівка ліквідовується, тому що раніше як було? Ставка однакова, да? Один загружений максимально, а другий собі спокійно живе. Так що я за. Чудово. Як вам нова амбулаторія? Амбулаторія – це взагалі подарунок. Я думаю, що старопетрівчани цього заслужили. У нас тут благодать. Так що працювати умови є, було б тільки бажання. Тож зараз дуже, дуже добре. Я наприклад, за. Дуже ви різні, можливо, відгуки чуєте, а я вважаю, що так, що це працює. Вже перспектива буде електронні карточки, все в комп'ютері. Я покажу, яка була зараз одну хвилиночку, якщо недалеко, мабуть, у мене в тому кабінеті. Так. Бачите, яка в нас тут, це правда розруха вже була. Ага. От, і що ми що побудували нам. Оце в нас, це наша стара. Медамбулаторія. Це наші такі були умови. Угу. От так, бачите.
і зараз хіба можна зрівняти. Угу. Отак, бачите, ми там була торія яка. Ну, така звичайна. Да, звичайний, хатинка. Тому що фельдшерсько-акушерський пункт, який був, це був коридор, он пацієнти угу. якраз. Бачите, і зараз які в нас, так що все супер. Также мы заметили, что при открытии входных дверей включается тепловая завеса, которая не пустит холодный воздух в помещение. Наши впечатления. Новое оборудование, компьютеризация, в электронном виде будут карточки пациентов, внедряется телемедицина. И снаружи амбулатория выглядит современно. Парковка с местами для людей с ограниченными возможностями, парковка для велосипедов. Лавочки, урны для мусора, высажены туи. Амбулатории выдали новенький автомобиль Рено. Вывод. Противники медреформы считают ее едва ли не геноцидом украинского народа. Но как раз преступлением было не реформировать медицину в течение долгих лет. Лед тронулся, и главное, чтобы этот процесс продолжался. Если вам было интересно это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.